Заполненные до отказа трибуны, великолепный хоккей и пятая победа подряд «Сокола» в новом сезоне. Все это было накануне в арене «Север» в матче открытия чемпионата ВХЛ. Такого здесь не случалось с 2012 года, когда за «Сокол» приезжал играть Александр Семин. Все билеты на игру с «Торпедой» из Казахстана закончились в день игры еще утром. Ну а «Сокол» одержал победу над главным, по мнению экспертов, фаворитом турнира. По ходу встречи красноярская команда вела 2-0 благодаря шайбам Игоря Руденкова и Аслана Раисова. Однако в третьем периоде гости сравняли счет. Овертайм победителя не выявил, а уже в серии послематчевых буллитов крылаты реализовали два броска. Решающий вклад в победу внес вратарь Илья Андрюков, отразивший 54 броска соперника. Следующий матч «Сокол» проведет уже завтра, во вторник, 27 сентября, против еще одной команды из Казахстана – «Сары-Арка». Мы шли, пропустили, вот, не обязательно гола, скажем так. А так, какие претензии к парням, все ластаются, бьются. «Торпеда» – серьезный соперник. И я думаю, что спасибо зрителям, что столько сегодня было на трибунах. И мы праздник небольшой сделали, постараемся послезавтра сыграть еще лучше.